Всем привет! Сегодня мы будем вязать вот такие тыквы. Мы будем использовать пряжу. Вот это у меня шерсть. То есть самое главное, чтобы она была толстого диаметра. Тут примерно 5 миллиметров. Здесь у меня длина 50 метров. Хватит на одну большую тыковку. Также нам понадобится крючок номер 6 и иголка с большим ушком, чтобы стягивать вверх и низ тыквы. В качестве верхушки можно использовать корицу, какие-то палочки, либо же джутовый канат. Мы берем хвостик. Вот так вот его фиксируем. И крючком. Крючок заводим под хвостик, делаем оборот. Таким образом у нас получается петелька на крючке. Мы ее провязываем. А этот узелочек затягиваем. Это у нас первая петелька нашей цепочки воздушных петель. Мы наберем цепочку из 17 воздушных петель. Вот это первая. Вторая. Третья, четвертая. У нас получилось 17 воздушных петелек. Сейчас, чтобы нам провязать вот в 17-ю петельку, нам нужно набрать еще 2 петли подъема. То есть еще одну. Раз, два. То есть получается 17, 18, 19. Далее делаем накид. Вводим крючок через одну петельку от него. То есть вот не в эту, а вот в эту. Подхватываем рабочую нить. Три петельки на крючке провязываем вместе. Все три. Это мы провязали полустолбик с накидом. Да, то есть давайте еще раз делаем накид. Вводим крючок уже в следующую петельку. Три петельки на крючке провязываем вместе. И вот такими полустолбиками с накидом мы будем вязать всю нашу тыкву от начала и до конца. То есть других столбиков у нас не будет. Так, у нас было 17 воздушных петель, значит сейчас провязываем 17 полустолбиков с накидом. Внимательно следите за тем, чтобы провязывать каждую петельку. Не надо провязывать два раза в одну петельку и пропускать их тоже не надо. Сейчас можете поставить на паузу и довязать всю эту цепочку до конца. У нас такая получилась цепочка. Узелок, который мы изначально затягивали, он у нас за петельку не считается. Перед тем, как перейти на следующий ряд, мы делаем одну петлю подъема. Далее разворачиваем вязание, и сейчас мы будем провязывать следующим образом. У нас сверху есть косичка, и нам эту косичку нужно оставить нетронутой, да, чтобы у нас были вот такие вот, чтобы у нас эта косичка осталась с внешней стороны. И у нас есть столбики, и между столбиками есть перемычки, вот они, да, если посмотреть, под петелькой есть вот эта перемычка, вот. Как нам ее зацепить? Мы сейчас крючок вводим под петельку, через одну петельку от него, вот сюда. Да, то есть с той стороны, с изнаночной, вводим сюда крючок. Видите, у меня вся петелька оказалась над крючком. А под крючком мы видим ту самую перемычку. И мы крючок сейчас возвращаем через перемычку обратно. Подхватываем рабочую нить, да, и провязываем столбик. Но перед этим я забыла сделать накид, потому что мы же все столбики вяжем с накидом. Поэтому делаем накид и то же самое все провязываем. Под петельку и обратно. Выводим рабочую нить, три петельки на крючке провязываем вместе. Затем снова накид, ищем следующую петельку, вот эту мы провязали, вот это следующая. Снова под нее с изнанки вводим крючок, вот она перемычка, которую нам надо захватить. Подхватываем рабочую нить, провязываем 3 петельки вместе. Следующий столбик. Снова делаем накид, не забывайте. И вот туда.
Вводим крючок. То есть, видите, у нас вот эта вот косичка, она остается снаружи, нетронутая, и все столбики оказываются вот так вот. Тут я очень советую считать, потому что в каждом ряду у вас должно получаться именно то количество столбиков, которые вы набрали. То есть в моем случае это 17. И так вяжем до конца ряда. Можете поставить на паузу. Получается вот так. Самое главное, в самом конце последний вот этот столбик тоже надо провязать. Вот он выглядит как выступ. Его постоянно хочется упустить из вида, но не надо этого делать. То есть последний, самый-самый последний столбик мы тоже провязываем. Все, довязали второй ряд до конца. Теперь делаем одну петлю подъема и разворачиваем наше вязание. Начинаем вязать следующий ряд. Что мы делаем здесь? Опять-таки вот эта косичка, которая останется на лицевой стороне, то есть вот эта сторона лицевая, эту косичку сверху нам нужно оставить нетронутой. Вот она. Если взять вот так вот на ребро, поставить наше вязание, вот она, эта косичка. Для того, чтобы ее оставить нетронутой, мы будем провязывать вот за эту перемычку. Вот петельки, а вот перемычки. Давайте попробуем. Сначала я хочу посчитать количество перемычек, все ли верно. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все верно, 17 перемычек. Это очень важно связать прямоугольник и ничего не упустить. Делаем накид. И вводим крючок вот за эту перемычку. Подхватываем рабочую нить. И только когда 3 петельки будут на крючке, провязываем вместе полустолбик с накидом. Давайте еще раз покажу. Вот она, эта косичка. Красивая такая. Вот эти петельки, которые образуют косичку, разворачиваем немножко, и за петелькой мы сразу же видим перемычку, она такая диагональная. С этой стороны тоже смотрится как косичка, да, если повернуть. Ну, мы делаем накид, вводим петельку за эту перемычку, провязываем полустолбик с накидом и поехали вот так вот до конца. Тут главное не сбиться. Сейчас я покажу вам, как получается с лицевой стороны. С лицевой стороны у нас косичка с вами вот эта остается нетронута. Видите? Вот она. Вяжем так по одному столбику. Тут главное не пропускать эти перемычки. И опять-таки советую считать, чтобы получилось 17. То есть я считаю постоянно, все время, чтобы ничего не упустить, чтобы не пришлось потом перевязывать. Довязали ряд до конца. В самом конце делаем одну петлю подъема, переворачиваем вязание. Перед нами лицевая сторона. Сейчас я вам еще раз покажу, как вязать эти два ряда. И потом вы уже самостоятельно свяжете все звенья нашей тыквы. Итак, перед нами лицевая сторона. Мы делаем накид. Вот у нас эта косичка сверху. И когда перед нами лицевая сторона, мы вводим крючок под петельку. Захватываем перемычку крючком. Крючок выводим обратно наизнанку. Захватываем рабочую нить и провязываем 3 петельки вместе. Снова накид. Под следующую петельку обратно провязываем. И так у нас тут тоже должно получиться 17 полустолбиков с накидом. Вот, ставьте на паузу. В самом конце всегда есть риск не провязать самую последнюю петельку. Вот у меня она сейчас не провязана. Вы видите, да, что у меня как бы вот тут два ряда ровно, а вот этот ряд ниже, чем остальные два. Это даже, кстати, может быть и незаметно. Но если мы перевернем на другую сторону и посчитаем количество перемычек, их у меня будет 16. Вот это 16. Вот. Потому что я не провязала последний столбик, я его упустила. Поэтому делаем накид, находим вот эту самую последнюю петельку,
под нее вводим крючок обратно, так что-то зацепило не то. Вот. Все, и провязываем. Почему я по краям делаю одну петельку подъема, а не две? Потому что нам все равно придется эту тыкву стягивать, и нам не нужно лишнее количество петелек по краям. Теперь, когда у нас ряд довязан, делаем одну петлю подъема. Это перед нами изнаночная сторона. Вот здесь сразу же видно вот эти перемычки. Вот они. Вот эта косичка, которую нам нужно оставить. Чуть-чуть разворачиваем. Вот они, перемычки. Делаем накид и начинаем провязывать по одному столбику. Довязали очередной ряд. Снова разворачиваем. Перед нами лицевая сторона. И вяжем все то же самое. Кто еще путается и не знает, как провязывать, можете отмотать видео назад на то место, где у меня подписана лицевая, и повторять вместе со мной все те же самые действия, потому что из ряда в ряд они повторяются. Нам необходимо связать всего 11 вот таких дорожек, таких ребер тыкв, да, то есть их у меня вот здесь вот 11. Вот это вот одна, вторая, третья и так далее. Поэтому ставьте на паузу, свяжите 11 полосок и возвращайтесь. Будем продолжать соединять тыкву и делать из нее круглую форму. Я провязала 11 вот этих вот рядов, да, то есть вот этих вот полосок, чтобы получилось 11. Сейчас мы будем сшивать нашу тыкву. Совмещаем вместе две стороны. Будем сейчас захватывать вот за эти перемычки. Захватываем перемычку, с этой стороны захватываем просто петельку, вот эту, да, то есть как мы обычно вязали. Подхватываем рабочую нить, продеваем через 3 вместе. Следующее, снова захватываем вот эту перемычку. С другой стороны захватываем петельку, делаем соединительную петлю. Перемычка, петелька. И мы вот так вот параллельно начинаем идти. Вот так вот получается. Да? То есть у нас должно совпасть количество петелек с одной и с другой стороны. Отрезаем хвостик, оставляя небольшой запас. Вот. И последнюю петельку выводим полностью. Да? Лицевую. И только тогда выворачиваем. И сейчас мы берем иголочку, готово, и начинаем сшивать. При этом аккуратненько, у нас шерсть, она может порваться, и затягиваем, затягиваем, затягиваем. И теперь вот этот низ мы будем, ну точнее не низ, а всю тыковку будем набивать холофайбером или какими-то лоскутками. Все, в целом набили до конца, и сейчас начинаем вот здесь сшивать поверху. Готово. Мы можем взять, продеть эту иголку опять на нижнюю сторону. Для чего? Для того, чтобы сделать внизу узелок, и для того, чтобы вот так вот ее немножко придать форму тыковки вот такой вот. Вот такая тыква получилась в итоге. Мне безумно понравилось вязать этот узор, и я надеюсь, что у вас тоже все получится. Отмечайте меня на своих тыквах, мне будет очень приятно.